20-25 мая в Чувашии пройдет Чебоксарский международный кинофестиваль. Президентом мероприятия будет гендиректор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров. О своем согласии возглавить кинофестиваль в 2013 году он сообщил в письме главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Он подчеркнул, что для него будет большой честью вновь стать президентом фестиваля. Чебоксарский международный кинофестиваль является важным культурным событием в российском кинематографе и заметным явлением в духовной жизни нашей страны, отметил Карен Шахназаров. Напомним, что Чебоксарский международный кинофестиваль в столице Чувашии впервые прошел в 2008 году. Учредителями тогда выступили Министерство культуры Российской Федерации, Кабинет министров Чувашии, киноконцерн «Мосфильм» и продюсерский центр «Кинопроцесс».